Группа компаний «Белагра» представляет рейтинг лучших плугов сезона 2021 года. Это масштабное исследование проводилось нашими специалистами в полусотни филиалов на территории Беларуси, России, Казахстана и Украины. Сначала мы отобрали 10 самых продаваемых брендов, а потом сравнили их по цене, качеству, рекламациям и отзывам владельцев. В итоге на пьедестале остались плуги трех лучших брендов. Начнем с бронзы. Третье место у плугов Минского завода «Шестерен». Вся линейка большая, 11 моделей, от 3 до 8 корпусов. Есть навесные, полунавесные, оборотные и загонные. Чаще других покупают модели PLN, то есть плуг навесной, в приоритете 3, 4 и 5 корпусные. Это так называемый загонный плуг, то есть механизатор объезжает пахоту при разворотах, потому что этот плуг умеет делать отвал только вправо. И хотя Минский завод «Шестерен» делает и оборотные плуги, которые позволяют сразу развернуться и пахать в обратную сторону, сэкономив топливо, но основной спрос все же на загонные. И для этого есть несколько весомых причин. Загонный плуг стоит гораздо дешевле оборотного. Он проще и менее капризный в настройках, прощает большинство дефектов. Как правило, не убиваем, ломаться в нем особо нечему. Покупают их в основном небольшие хозяйства, а если поле маленькое, то и холостые пробеги при разворотах не так заметны. Это и объясняет популярность модели PLN у фермеров. Что же касается минусов, то по отзывам владельцев их можно вовсе избежать, если выполнить одну процедуру. После пробной пахоты нужно хорошо поджать все болты, гайки, в общем, подкрутить все соединения. И еще поступали претензии по внешнему виду. Бывает, что блазь лакокраска, но это скорее вопрос эстетики, а не технических характеристик. Серебро в рейтинге «Белагра» взял минойтовский ремонтный завод. Специализируется он в основном на оборотных плугах. Тех, которые позволяют пахать в обе стороны и тем самым экономить ГСМ. Всего в линейке 17 моделей оборотных и только один загонный плуг. В наш рейтинг, как самое востребованное на рынке, вошли плуг навесной оборотный PNO 335, плуг навесной оборотный 840K и полунавесной оборотный 840-01. Два последних отличаются защитой. У одного рессорная, у второго срезной болт. Если почва сильно каменистая, рекомендуется плуг с рессорной защитой. Его выгоднее использовать, чем плуг с защитой срезной болт, так как частные замены болта отнимают не только деньги, но и драгоценное в сезон время. Однако, если в почве камней немного, подойдет защита срезной болт. Корпуса сплошные, полувинтовые, испанской компании «Белотто». Очень качественные. Аналог бренда «Корниленд», но стоимость белорусских плугов гораздо дешевле. Минойты показывают прекрасные результаты по обороту пласта и закрытию пожня остатков. Из минусов – расходы из-за износа рабочих органов, но это касается, по сути, оборотных плугов любых брендов. Кстати, у минойтов расходники долговечнее, чем у многих конкурентов. Благодаря таким элементам, как грудь отвала и долото, удалось снизить затраты на обслуживание. Например, гарантийная наработка на долото – 20 гектаров, а фактическая, по данным владельцев, около 600 гектаров. В засушливые годы долото придется менять чаще. Гарантийная наработка отвала – 200 гектаров, а по факту доходит до 1500. Еще некоторые владельцы иногда отмечают у оборотных минойтов подтеки гидравлики, но каких-то глобальных проблем у минойтовских плугов нет. Первое место в рейтинге «Белагра» занимают плуги «Финист» российского алмаза. Из 9 моделей в линейке наиболее популярные PLN 335, 535, 835 и PLNU 840. Первая цифра – количество корпусов, а 35 или 40 – это ширина захвата одного корпуса. Все это загонные плуги, которые не могут пахать, как предыдущие оборотные минойты, в обе стороны, а значит требуют холостого объезда поля и, следовательно, больше расхода топлива. Но, тем не менее, загонные «Финисты» пользуются очень высокой популярностью у небольших хозяйств, где нет огромных полей, экономия ГСМ не так велика. А цена плуга и обслуживание делает его даже более выгодным. Понятно, что «Финисты» гораздо дешевле оборотных минойтов, но они немного дешевле таких же загонных плугов Минского завода «Шестерен». То есть это оптимальный вариант по цене и качеству, если не нужно пахать бескрайние поля. В таком случае второе место минойтов будет условным, и тогда оборотное точно в приоритете. Но все же по совокупности параметров, популярность, цена и качество, золото остается
гнется за плугами Финист. Особенно стоит отметить ПЛНУ 840. Его усиленная рама позволяет выдерживать максимальные нагрузки и работать с более твердой почвой в сравнении с аналогичными плугами. Для него подойдет даже почва с твердостью 5 мегапаскалей, в то время как все основные производители дают не больше 3. Можно долго рассказывать о толщине и качестве стали, усиленных конструкциях, но факт в том, что этот Финист выдерживает почти вдвое больше нагрузки, чем основные конкуренты. Что касается минусов этой линейки, то ломаться особенно нечему. Потратиться придется разве что на расходники, стойки, башмаки, а в целом золотой Финист оправдывает свое название и летает по полю. Ну а итоговая тройка лидеров выглядит вот так. Сегодня это самые востребованные бренды плугов на наших рынках. Белагра – официальный дилер всех основных производителей. Поэтому у нас нет никакого резона подыгрывать какому-то конкретному заводу. Мы продаем все, но честно помогаем сделать клиентам оптимальный выбор. Ссылки на наши сайты, интернет-магазины и телефоны в описании под видео.